Друзья мои, всем доброе утро, всем привет. Снова вы находитесь на моем канале. И мы выходим на подводную охоту на Key West из серии подготовки к чемпионату Америки. Время 6:30 утра. Сегодня будни, фактически никого нет на океане. Очень хорошая погода. Мы называем это флэт. Отличная погода. Обратите внимание. Мои ребята уже скидывают лодку. Паркинг свободный, так что океан свободный. Сегодня последний день охоты на зоне, на которой будет проходить чемпионат. Потом вода закрывается. По времени получается на один месяц. Перед соревнованиями, чтобы сохранилась рыба на сами соревнования. Так что готовимся, охотимся. Как красиво, как красиво. А это Оззи, подводный охотник, и плюс еще инструктор. Друзья мои, всем снова привет, и вот мы опять на Key West, в этих прекраснейших местах. С вами на подводной охоте. Мы все по-прежнему готовимся к чемпионату Америки в подводной охоте. Идут последние дни подготовки. И фактически через 2 недели уже будут сами соревнования. Вот, выходим мы ранним утром на рассвете. Вокруг ходят такие огромнейшие тучи дождевые. Но многие выходят и не охотятся во время грозы. Мы, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, обходим это. И ныряем в дождь. Когда сильная молния, да, конечно, мы залезаем в лодку. Потому что во Флориде очень много случаев, когда рыбаки, охотники погибают от удара молнии. Видите, на рассвете первые погружения. Начинаем разныриваться. В океане фактически штиль. Вода прозрачная. Здесь глубина около 22 метров. На поверхности очень много мелкой рыбы. Вода прозрачная, но есть частички какого-то планктона, который создает такую определенную муть. Но все же дно видно, это уже очень хорошо. Заряжаем свое оружие. Ружье у меня 130 сантиметров. Робалин. Достаточно длинное для подводной охоты. Недавно совсем его купил, оно мне очень подходит, очень нравится. Когда начинаю охотиться ранним утром, мне очень сложно разныряться. Видимо, организм еще спит. И пробудить его сложно. Ходит на все про все, наверное, около получаса,
чтобы расслабиться и суметь на нужную глубину. Вот, к сожалению, не получилось снять. На первом шнырке я взял хорошего мангрового снэпа. Сразу же, конечно, рыбу мы умертвляем, чтобы убрать на лодку. Чтобы она там не прыгала, не мучилась. Вот делаю нырки для того, чтобы разныряться. Чтобы немножко расслабиться, осматриваю рельеф дна. Вот под такими шапками, карнизами, зачастую бывают группы, обязательно нужно проверять. Мелкая рыба интересуется, что там происходит на дне. Все сразу собираются в то место, куда я упал на дно. Пришла моя очередь быть на лодке, потому что у нас получается 3 человека в воде, один капитан на лодке. Мы дрейфуем, на якорь фактически не встаем. Ребята тоже заряжают оружие, дышат, готовятся. Прошло после начала охоты примерно около полутора часа, и есть такие уже результаты. Идет дождь, сами видите, ребята охотятся, я за ними слежу. По мне так очень даже нравится нырять во время дождя. Сверху такой шум, внизу тишина. Вот видите, взяли немного рыбы, снэппер, хокфиш и красный круг. И вот на одном нырке, на очередном нырке, я снимаю с поверхности, здесь глубина 80 фит. Мы забросили флешер. И мой коллега Дима пошел на нырок. И я прям с самой поверхности вижу рыбу, что рыба идет. И обратите внимание, он целится. В итоге выстрел. И эту рыбу берет хорошим выстрелом. Рыбу сразу парализует. И она не пытается сбежать или как-то дергаться. Нужно всегда стараться страховать своего напарника сверху, потому что в такие моменты могут быть разные ситуации. Подойти акула, или человек задержался на самом дне излишнее время и может поймать так называемый blackout. Очень красивая рыба, это рыба называется Margate, White Margate. Очень хорошего размера, примерно около 10, может 12 килограмм. По гастрономическим качествам, конечно, она не самая лучшая, но в соревнованиях она будет идеально подходить. Я думаю, если бы мы такой трофей взяли на соревнованиях, мы бы, наверное, уже первое место заняли. Вот здесь у меня был нырок, и я взял группера размера, ну, не очень большого. Мы готовим на лодке севиче, и как раз на севиче мы его порезали. Когда я его подстрелил, он там немножко за риф замотал. Я подумал, что мне придется сейчас за ним возвращаться, но в итоге, видимо, он смог выйти из-под рифа, и я вытащил его спокойно. Прекрасный день, обалденная погода,
в океане, чтобы поймать такую погоду, это надо быть счастливчиком. И нам это удалось. Вот ребята охотятся, там кто-то на соседней лодке стоит, рыбачит на удочке, и мы проходим по течению, по рифу рядом с ними. Естественно, рыбаки высказывают свое недовольство, пытаются там как-то материться и так далее, но мы особо на это внимание не обращаем. Мы их не задеваем, мы идем по рифу, у них своя точка, у нас своя. Вот мой коллега подстрелил снэпера небольшого размера. Что у нас тут снэпер матер? Но подходящего. Маленький. Который подходит под регламент. В этот момент Дима чуть не потерял свою камеру, отлетела от ружья. Ну, я ее подхватил, подстрахал. Вот пока я сижу в лодке, охраняя ребят, решил заняться готовкой сидеть. Все овощи и фрукты порезал кубиком. Смешал между собой, добавил сок лайма. И вот видите, в таком боксе. И оставляем примерно на полчаса. Обязательно нужно севиче положить в лед, так как там сырая рыба, чтобы она не испортилась. После охоты отличное блюдо, которое восстанавливает силы. Видите, все в полевых условиях таких, но у нас есть доска, есть нож, и как бы все нормально. Вот мой очередной нырок, и я заметил снэпера Маттена прямо с поверхности, но по моему мнению, он оказался очень маленький и не стал продолжать нырок. Переходя из места на место, вот вы, если обратите внимание, вода по цвету меняется. То есть там, где заходит ближе течение Гольфстрим, там вода гораздо прозрачнее. Вот на этом нырке я с поверхности увидел группера и подумал, что он очень маленький, но, к сожалению, наверное, из-за того, что слишком прозрачная вода и она искажает, я очень сильно ошибся. Группер был огромных размеров. Подплыв к нему неосторожно, я думал, просто подстрелить. Но, увы, он дернулся, и я не смог его подстрелить. Сверху был мой напарник, который тоже увидел мой нырок, как пошел этот группер, и он стал преследовать его. Группер, конечно же, нашел себе укрытие, в котором он сел. Вот внизу и справа есть такой пенек, так называемый. Ну и Дима опускается к нему. Я сверху его страхую, смотрю, потому что группер, если опять куда-то побежит, ну, естественно, след за ним я пойду. Но в итоге групперу уйти не удалось. Дима попадает в него. Пытается его взять, но группер, еще раз повторюсь, крупный, и взять его сложно. Его принимает решение всплывать. Катушка у него заклинила, и он бросает ружье внизу. Видите, пытается катушку крутить. В этот момент повышается адреналин, ну, естественно, сгорает кислород гораздо быстрее. Вот, и он всплывает на поверхность. Все наша общая командная такая работа. Принимаем решение, что его нужно добить вторым выстрелом, так как он крупный, может сорваться. Дима не уверен, насколько хорошо он его пробил. И вторым нырком я иду к нему. На поверхности готовлюсь, дышу. Сердцебиение, конечно, повышенное, но рыбу забрать надо. На
20 метров. Зашел под риф, там сидит уже на гарпуне. Я тянусь по линию аккуратно, пытаясь его оттуда вывести, чтобы он не сошел. Видите, он выходит, начинает крутиться. Я поджидаю момент и выстрел. Все, группа парализован. И у меня та же самая история. Пытаюсь всплыть, и у меня тоже катушка не ослаблена. И я оставляю ружье. Конечно, сверху Дима за всем этим наблюдает. И следом за мной сразу же ныряет. Вот видите, какой группер оказался. Оказалось, что он маленький. А группер очень крупный. Конечно же, в этот момент разрывает всех радость, такая крупная рыба, что взяли на сравнительно небольшой глубине. Нашли вот мы отличное место для наших соревнований и будем, скорее всего, на соревнованиях искать в этих местах рыбу. Потому что помимо группера там еще много всякой-всякой рыбы, которая нам подходит. Вот после выстрела распутываем наши линии, потому что два ружья между собой там все переплелось. И все, и дальше продолжаем нашу охоту. Очередной дырок, и на дне я увидел самурин. Хорошее укрытие, есть малек, но рыба, к сожалению, не оказался. Вот еще одно перспективное место, где, возможно, может жить. К сожалению, в месте ничего не оказалось. Очень хорошее место. Конечно же, хочу вас попросить не забывать подписываться, ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы. Для меня это все очень полезно, и это повышает мое развитие, общаясь с вами. Вот видите, настрелялись только рыбы за весь день. Там с края еще одна лежит рыба. Обязательно все чистим. Ну и все. Возвращаемся на берег, сбили лодку, моем, подготавливаем. Набираемся сил для новых походов. Ну что, друзья, вот наша охота закончилась на сегодня. Встретили много очень рыбы. Рассчитывали, что вся рыба будет на глубине, но в итоге оказалось, вся крупная рыба ушла на отмеле. Глубина примерно 15-16 метров. Взяли два трофейных группера.
разные снэперов. Короче, сегодня рыбалка была очень удачная.